Это Белый дом. Говард Хант, резиденту нужен настоящий сукин сын для устранения утечки в Пентагоне. Что требуется? Я представлю вас Гордону Лиди, суровейшему человеку. Он держит руку над горящей свечой. Я не гнусь и не ломаюсь. В чем его секрет? Секрета нет. Он каждый раз получает ожоги. Прошу, хватит. Теперь вы в комитете по переизбранию президента. Ваша новая задача – обеспечить его победу в выборах. Мы будем перехватывать конфиденциальную информацию левых радикалов. Мы требуем! Какой план? Мы ударим по демократам в Уотергейте. Атакуем сегодня. Это не те инструменты. Что? Он взял не те инструменты. На этот раз войдем прямо через парадный вход. Тут двухсторонний засов. Да твою ж мать! Кто-то должен убрать этот бардак. Нам вломиться туда в четвертый раз? Что значит в четвертый раз? Ничего, я... Как работа? Есть вероятность, что меня посадят. Погоди, что? Я очень надеюсь, что вы осознаете весь масштаб ситуации. Скажи этим бесхребетным двуличным политикам, что верность должна быть обоюдной. Использовал семейную поездку как прикрытие для шпионских штучек? Мы не куча быков. Зачем ты режешь деньги? Мы патриоты, действующие в интересах страны. Миссис Хант! Миссис Хант! А что насчет интересов твоей семьи? Лиза! Они пытаются сломить нас. Говард, что ты натворил? Президент хороший человек. Только между нами меня беспокоят люди, которыми он себя окружил. Сантехники Белого дома.